Проводим лечение уже год, чуть-чуть побольше, может, год и месяц. По сравнению с начальным результатом, который у нас был, который сейчас, есть уже эффект ощутимый, значительный. Так, ну, врачи очень-очень хорошие, заботливые, занимаются своим делом, знают, что нужно делать и как профессионалы. Так, сейчас очень все чувствительно в зубах. Прикуса не было, уже прикус есть. Зубы двигаются, хоть уже и мне третий десяток. Вроде как бы все должно быть сложно, но не так уж и сложно оказалось. Но процесс идет, дальше будем смотреть, что будет и как.